Всем здорово, с вами Евгений Шлык. Такое вот начало тупорылое я придумал. Короче, мой видос, получается, это предыдущий, про ферму частную. 750 просмотров набрал, это самое рекордное количество просмотров. Хуй, блядь, надеялся. Поэтому сегодня я приехал опять на эту ферму. Сегодня Рождество, 7 января. Решил именно сегодня приехать. Блять, машина какая-то едет. Решил приехать именно сегодня. Решил приехать именно сегодня. Потому что думаю, что здесь будет меньше людей, меньше всяких человеков. Вот. Вот. Буду втихаря копать. И это будет. Сегодня буду копать прямо там, буду заходить, где вот эти здания стояли. Я думаю, находки сегодня будут вообще пушечные. Получше, чем в тот раз. Вот. Это будет ниндзя-коп. Почему ниндзя-коп, хотите спросить? Буду копать так. Сказали мне в тот раз, если тебя поймают, то на тебя повесят всю хуйню. Здесь пиздили много техники. И это все на меня повесит. Ну да ладно, пусть вешают. Если поймают, ладно. Такого ниндзя еще попробуй поймай, блядь. Все, let's go. В ревнивые серые будни. Жду нам лишь одного. Когда воскресенье будет. Когда покажут его. В неделю раз он всех круче. В неделю раз он герой. Он сильный и могучий. Бля, металлоискатель забыл с лопатой. Вот теперь погнали. Это, на том же месте, где я копал сейчас. Вот, тут сигналчик какой-то. Кстати, возле моей ямки, когда я в тот раз копал. Что-то тут есть. Опа, вот такая вот кусочек полевой доски. Ну, на вес килограмма 3. Где-то так, оставим его пока что здесь. Сейчас вот тут вот по краю похожу и постепенно туда съебусь вглубь. Нет, надо было лом взять с собой. Короче, покопал я, может, где-то минут 20. Мелочевочки всякой покопал, потому что глубинные сигналы, там почти все железяки большие лежат на глубине. И поэтому мне надо взять лом. Но там какой-то УАЗик приехал, прямо вот сюда завернул, куда обычно это не ездят машины. Туда, короче, завернул УАЗик. Вот. Я отсюда, так сказать, мотался. Потому что вот он завернул налево, а туда машины не ездят, там дороги нет. Ага. Ладно, сейчас что делаем? Походим мы здесь вначале по краю. Сейчас посмотрим, что здесь. Потом уже пойдем туда дальше. Ездит очень много машин. Спустился в канаву, короче, через дорогу. Тут сигнал у меня. О, прямо вот так руками можно вытянуть. Вот такая вот железяка. Хорошая. Килограммчика на 3. Оставим ее здесь. Потом все будем собирать. Тут тоже что-то. Вот он. Опа. Во. Железка тоже хорошая. В корнях все. Опа. Смотрите, как корень пророс прямо в дырку. Опа. Две железки хороших.
Что, идем дальше? Что-то еще. Что-то еще. Опа, колесо жестяное. Килограмм 15 где-то. Под корнем находится. Хуй, сколько я с ней наёбкался. Лучше бы не доставало бы. Ну, килограмм 10 весит. Ну, не знаю, стоило ли это того или нет. Минут, наверное, 15 с ней возился. Видите, трактор выезжает. Сказали то, что тут тетка, короче, директриса. Если она на тебя натравит, короче, кого-то там, то я не откуплюсь. А я что? Я металла накопаю здесь и откуплюсь, правильно? Правильно. Какой-то тут сигнал. Что-то вроде нормально. Я думаю, а может быть и нет, а может быть и да. Так, это камень. Так. А, вот она тут. Чик. Ага, это какая-то шняга. Не знаю, что железо это нет. О, железо, а, труба. Вроде там еще что-то есть. Вроде бы. Нет, это камень. Да, это была труба. Ну ладно, тоже нормально. Ох, килограмм 15.
дрянь, блядь, какая-то. Ладно. Шуметь тут не будем. Сейчас я тащу, там ее согнем и укомплектуем. Смотрите, получится, там была ямка. Вырыл, блядь, три кольца вот этих вот. Ой, блядь. Так, надо их попогнуть. Ладно, потом попогну. И тут в канаве вот такой вот валяется какой-то треугольник или что это, я не могу понять. Типа корыта какого-то. Опа. Опа. Ага, почти треугольник. Ну, не знаю. Тут, кстати, как кто-то копал совсем недавно. Совсем недавно тут кто-то копал. Следы прям по снегу. А снег вот выпал сегодня. Или вчера. Но следы свежие. Так, ну что, перетащил я весь металл, который я пособирал в кучу. Нашел еще вот такую жестянку, она длинная была очень. Я ее сложил как-то компактненько. Ну, знаете, килограммчиков на... Где-то на... Почти на 10 потянет. Где-то килограмм на 8. Вот так. Вот это вот... Это не жестянка, это листы железа. Но я думаю, здесь в сумме где-то, ну, что-то ближе к соточке. Вот это вот длинное. Это уголок с какими-то конструкциями. Вот каточек килограмм 20. Вот этот вот каток. Около пятнашки. Вот эта штука тяжеленькая. Ну, где-то килограмм 80, я думаю, здесь есть. Сейчас я это все ближе к дороге подвину. В канал вот в эту вот. Потом на машине подъеду, заберу, но пойду еще туда, где я копал изначально. Пойду туда словом, откуда я убежал. Там я так и не покопал. Все, сейчас перетаскиваю в канаву и иду туда. Пришел к тачке. Сейчас вот взял лом. Пойду туда, на то место, где я изначально был. Но там какой-то это УАЗик приехал, и я туда убежал. Сейчас там все находки почему-то глубинные такие, где-то больше, чем полметра надо копать. Вот, поэтому сейчас где-то находочки три каких-нибудь достану, они должны увесистые там быть. И сворачиваюсь и еду домой. Сегодня 7 число, Рождество, приемки не работают, вон там какая-то машина поехала, вон она. Так, вот первая находка глубинная. Копал где-то минут 5, может, я... Диск. Хуёво идёт ещё пока. Опа. Опа. Нормальная находка. Тут какой-то хороший сигнал. Сейчас я его откопаю и покажу. Смотрите. Я без понятия, что это. Это... Опа. Ну это пиздец, какая тяжелая штука. Рессора, блядь, целая. Целая рессора. Ух ты нахуй. Когда-то я такую находил. Это было очень давно. В начале копа еще. Апа. Не знаю, как я потащу до машины. Как-нибудь дотащу сейчас. Еще один сигнальчик. И еду домой, потому что уже темнеет. Мне еще то надо забрать, а в темноте, сами понимаете, не камильфо это все делать. Вон рессора лежит. Вот еще один такой же каток, как там. Их очень трудно вытягивать, потому что в них забивается много земли. И очень тяжело их откапывать. Все, собираюсь.
этот каток. Я рессору оттягиваю ближе к дороге. Забираю эту кучу, еду, забираю ту и уматываю отсюда. Выкладываю в гараж. Вот, выкладываю в гараж это, потому что приемки закрыты. Как-нибудь или в другом видео, или в конце видео, когда сдам, то напишу, насколько сдал и сколько получилось килограмм. Вот я выкопал этот каток, но я решил, пока буду идти до машины, искать сигналы тоже. Сразу же, вот буквально сигнал, каток от ТТ-75 или от чего это. Опа. Тоже приятная находочка. Все, все, это последний сигнал. Отключаю детектор и уматываю сюда. Так, ну что, ребята, приехал я вот домой, выложил кучу в гараж, получилась вот такая вот куча. Куча вроде бы небольшая, но я думаю веса здесь ближе к 200 килограмм. Рессора вот эта вот целая весит около, я думаю, 50-60, ну где-то 50. Каток от ДТшки это, да, килограммов 20. Потом вот такие вот диски, два штуки. Где-то килограмм по 25, я думаю, весит. Потом еще там два катка. Ну, я думаю, ближе к 200, где-то килограмм 180 у нас есть. Вот. Сдавать сегодня не буду. Сегодня Рождество. Приемки не работают. Вот. Не знаю, когда это сдам, потому что вчера был на приемке. Сказали, деньги будут только 12 числа. Вот. Поэтому вот такой вот получился ниндзя-коп. Обязательно съезжу туда еще раз. Буду копать втихаря, пока не поймают. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем тем, кто пишет комментарии. Это вообще бомбически. Всем пока.